Еще раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Люди, связанные с нами кровными семейными узами. Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага? Российские вооруженные силы не бомбят города, и об этом всем хорошо известно. Сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали, сколько бы видео нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено, правда все равно пробьется. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. Мы введем войска в Украину. Это наша земля. Это вот... Хрен вам. Вот вам, а не вот, НАТО. Вот. Это вот прямо... Даже не мечтайте, твари. Это вот, собственно, и есть суть ультиматума. Это абсолютно очевидно любому русскому человеку. Который обсуждался в Женеве. Никакая Украина... А плевать. Это наша русская земля. Это никакая Украина там ничего не решит. Мы отнимем у вас вашу конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на Лобном месте. Нет, да? Посажим ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках.